В округе проходит благоустройство территорий, прилегающих к железнодорожным станциям, через которые пройдет третий московский центральный диаметр. МЦД свяжет Ленинградское и Казанское направления. Какие работы будут выполнены у станции Люберцы первые, узнали мои коллеги. К подготовительным работам приступили в середине апреля. Вдоль железнодорожной станции отремонтируют три участка. В ходе благоустройства создадут комфортные места для отдыха и прогулочные зоны. Заменят опоры освещения, высадят кустарники, установят скамейки и камеры видеонаблюдения, которые подключат к системе «Безопасный регион». Здесь уже завершены работы по демонтажу существующего покрытия. Идут работы по устройству нового основания под плиточное покрытие, под тротуары и под парковки. Напротив Люберецких торговых рядов там будет обустройство тротуаров из плитки, освещение, озеленение. Продолжается благоустройство сквера и в конце Волковской улицы. Тротуары уже заасфальтированы. В ближайшее время создадут парковку и засеют газон. Работы ведутся с учетом пожеланий жителей. Все дорожки, которые здесь предусмотрены, они, по сути, повторяют те народные тропы, которые здесь были до этого. И, конечно же, очень хочется, чтобы эта зона была зеленая, благоустроенная, да, с дополнительными деревьями. Также мы предусмотрели, и здесь появятся дополнительные парковочные места для наших жителей, которые страдают, понятно, вблизи станции от их нехватки. Работы выполняются с опережением графика. Уже к середине июля сквер предстанет в новом виде. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.